В прошлой серии я потерял свой дом, который строил полгода. И теперь 100 профессиональных игроков в Майнкрафт будут строить мне новый шикарный дом, за который я заплачу $1000. Я распределил игроков на 10 команд по 10 человек в случайном порядке. Все игроки не знакомы друг с другом, а значит, им придется наладить контакт внутри команды, чтобы достичь наилучшего результата. И сработаться им нужно будет очень быстро, ведь они играют в режиме выживания. А это значит ограниченный запас ресурсов. Все, что ребята добудут, из того они и будут строить дом. Атаки монстров! Ребятам придется прикрывать друг другу спину. И нашествие админов. Что, в общем-то, хорошо, потому что они будут давать командам различные плюшки. Исполнить больше монстров. Конкурс пройдет в 2 этапа, по 2 часа на каждый этап. Сбор ресурсов и постройка дома. Что ж, я вижу, команду уже готовы, а значит, пора приступать. Бравые жители утиной деревни, вы здесь, потому что вы лучшие из лучших. И в час нужды вы откликнулись на зов. Вы спасете нашу деревню, построив для избранного дом, чтобы уже он мог скорее спасти деревню от нашествия монстров. Этот парень ничего не хочет делать, пока ему дом не построят. У вас будет 2 часа на сбор ресурсов, после чего у вас будет еще 2 часа на постройку дома из того, что вы добудете. Всего 4 часа, вот такой расклад. Избранный не хочет ждать, ему нужен дом сейчас. А теперь внимание, ибо избранный желает обратиться к вам лично. И сейчас он явится сюда! Что это было? Непонятно. Итак, граждане Великой Утиной Деревни, я здесь собрал вас, чтобы вы смогли наконец построить мне шикарный дом. Если вы хотите, конечно, чтобы я спас вашу деревню. Если не хотите, можете ничего не делать. Итак, объявляю начало конкурса. Понеслась! Нет, еще денег не дам, пока рано дом, дом строить, бежать. Смотри, в деревню побежали. Удачи вам всем, постройки моего дома. Пойду-ка я понаблюдаю за командами. Оранжевые стоят и какой-то тотем строит, судя по всему. Здорово, ребята! Привет! Привет! А кто у вас капитан команды? Девочка. Все очень современно, молодцы. Запаситесь едой, у вас много работы еще. Мне нужно, чтобы вы были здоровы, потому что дом мне нужен хороший, здоровый тоже. Дом будет прекрасный, вам точно понравится. Женя, держи вещи в сундук, ты забрал чьи-то вещи. Да, я тут много чего понабирал. Верни. Это взятка. Я полгода, пока играл в Майнкрафт, сделал все один. И поэтому у меня слезы на глазах, когда я вижу эту командную работу, чтобы сделать мне дом. Когда Stranded Deep? Удачи, ребята, удачи. Команда фиолетовых оккупировала домик. Женя, привет. Какие планы у вас на мой прекрасный дом? Прекрасные планы, грандиозные и прекрасные. Вы все сможете там жить, чтобы... Дом-то надо как-то обслуживать. Это очень важно, ребят. Мне нужны рабы. Снова мистер Утка. Он зашел на территорию, убил овечку. Привет. Женя, можно скриншот с вами? Я чувствую себя частью семьи. О, еще и салют. Кто на меня сел, дед? Привет. Дед, твою мать. Пожалуйста, спасите меня отсюда. Еще увидимся. Удачи вам. Всего хорошего. Удачи, удачи. А вот эти ребята обустроились в пещерке. Как называется ваша команда? Бублики. Бублики. Прекрасное название. Отлично. Давайте пороемся у них в сундуках. Посмотрим, что есть. О, очень много ресурсов. Ребята, да, действительно, будет что-то длинное строить, походу. А что это? Что это? Что это такое? Что за сатанизм такой происходит? Чувака убили. А вот и первый рейд монстров. И это какие-то маленькие криповые ангелочки. Боже мой, они всех выносят. В итоге ангелочки насытились кровью и исчезли так же внезапно, как и появились. Прошло уже 40 минут от начала конкурса, и такое ощущение, как будто команды уже, в принципе, сплотились, сработались друг с другом. Они быстро развиваются, добывают ресурсы и храбро преодолевают все трудности. Отбиваются от полчищ монстров и закидывают меня петюлями и обнимашками. Я никогда еще не делал селфи с подписчиками в игре. Здорово, ребят! Вы даже оградили себя. Никто не пройдет! Вы правильно сделали, что оградились. Потому что уже несколько кланов подохли просто от каких-то существ. Да ладно! Крипер! Нет! Убейте его быстрее! Есть! Это маяк, песок для стекла, все. Господа! Супер! Просто в яблочко то, что нужно! За вас я спокоен теперь. Люблю вас, ребят! Все, давайте, увидимся. Удачки! Здорово, ребят! Как у вас дела? О, Женя! Все супер! А почему вы на краю прям карты находитесь? Исходя из того, что мы видели, то
очень много воришек, гнусных, злых воришек. Тут уже мародеры, да, появились? Что тебе больше нравится, темный или белый? Если шоколад, то темный. Есть, допустим, пол или там потолок. В доме мне больше нравится потолок. Сделайте дом только из потолка. Убедитесь, что вы сделаете мне канализацию. Это очень важный момент. Канализация должна провестись во все санузлы. Обязательно. Я говорил про уличные. На каждом этаже должны быть внешние санузлы. Как вы знаете, я не очень комфортно себя чувствую в Майнкрафте. Я плохо в него играю, могу нажать не ту кнопку и что-нибудь испортить. Так что имейте в виду, когда зовете меня в гости и радуйтесь моему приходу. А что, если захочу помахать вам ручкой? Это плохая идея. Я хочу помахать ручкой прямо рядом с сундуком. Не надо, пожалуйста. Не надо. Привет, сундук! Давай выйдем на улицу, это очень важно. Давай выйдем, хорошо, да-да. Раз, два, три, и давай пятюню. Давай, раз, два, три, и пять. Ребята разбирают деревню по кусочкам. Черт подери, замародерили всю деревню. Не замародерили, а за дизайн. Это ландшафтный дизайн. Это да, это называется. Да, мы переделаем все. Терраформирование, да, это получается. Шестую и моно разбирают. Дисквалификация. Не надо дискредитировать. Ну, в принципе, ладно, я могу это принять. Хорошо. Если дом будет великолепен, оно того стоило. О, ребят, большие проблемы. Это карма. Вы сломали спаун, и вот что происходит. Затесался чужак. Он что-то скидывает вам. Он торгуется. Он пришел торговать. У ребят осталось 20 минут, и тогда они приступят к постройке моего дома. Мне не терпится посмотреть, что у них получится. Никто мне не сказал в итоге, что они планируют делать. Итак, время вышло. Я надеюсь, что команды собрали достаточно ресурсов, чтобы воплотить свои идеи. Теперь у них будет 2 часа на постройку моего шикарного дома. Я буду оценивать дома по 5-бальной системе. По 3 категориям. Дизайн дома, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн. Очень сложная система оценки, но вот у вас система оценки очень простая. Поставьте лайк этому видосу. Что может быть проще, правильно? Ну и команда, чей проект наберет наивысший балл, получит $1000. Приступаем! Вот и настал самый прикольный этап — строительство. Ребята уже начинают усердно строить, нет, уже усердно ломать свои дома. Кажется, у них нет никакого плана. Зеленая команда времени зря не теряет. Остальные просто вдупляют стоят. Смотрите, фиолетовый что-то там шепчется. О, наконец-таки коричневые активизировались. Что они тут написали? Этот фонарь осветит путь к тебе. Изумрудик для моей драгоценности. Звезды не сравнятся с твоей красотой. И все обо мне. Давайте, желтенькие, жгите. Кажется, кто-то делает мне красивый бассейн. Опа, всегда мечтал, чтобы мне сделали дом на берегу моря. Неплохая идея, коричневый, мне нравится. Пока что дом на берегу моря интригует меня больше всего. Но давайте не будем спешить с выводами, посмотрим, что другие сделают. Красные лепят мне дерево, а теперь сносят его зачем-то. Сдается мне, синие хотят замутить что-то наподобие летающего дома. Смотрите, как аккуратно уточка кладет пол. Что это тут нам мутят. Пока совсем непонятно. А вот здесь уже интересное что-то, кажется, домик обыкновенный. Красные что-то не могут никак определиться, где будет стоять все-таки дерево. Ладно, давайте дадим им разогнаться как следует. Знаете, это как будто домик в лесу, только дом и есть лес. Значит, внутри должен быть еще один домик. Нет, здесь пока пусто. А голубые решили вообще все водой наполнить. Опа, смотрите, лес тут вырос внезапно. Так, интересно, что они задумали. Я почему-то думаю, что они сделают такой утес большой. И наверху будет стоять дом. Прямо на краю утеса. Это было бы круто. О, смотрите, белые сделали довольно-таки милый дворик. Мне нравится. Посмотрим, что будет дальше. Желтые. О, боже мой, что это такое? Смотрите, как ребята разогнались. Здесь уже вот много всего понастроили. Тут целый лес вырос. Только вот ребята красные что-то все со столбами маются. А, нет, у них появилось что-то другое, наконец-таки. Ох, как мне нравится, что мутят ребятки. Но ребята сфокусировались именно на местности, а не на доме. А это большой минус, ведь живу я не на природе. Белые тоже решили сделать упор именно на экстерьер. Посмотрим, во что это все превратится. А вот голубые мутят что-то очень клевое. Я говорил, да, что не стоит фокусироваться на экстерьере, но вот этот экстерьер мне очень нравится. И дом прекрасно выглядит. Ай, мне очень нравится. Давайте, голубые, продолжайте свое чудо. Полетели сюда, к красным, которые долго-долго не могли решить, какие столбы и где ставить. Но они продвинулись значительно. Они делают очень неплохую виллу. Но и фиолетовые тоже делают что-то очень клевое. Евгений испытывает зависть к таким умелым строителям. Я полгода делал дом свой. И вы только посмотрите, вот тут вот как он выглядел. Это отвратительно. Любой дом лучше, чем то, что я сделал. И, кстати, коричневые, да. Что они тут намутили? Посмотрите, какую огромную башню мы сделали. Это что, маяк? Они сделают маяк. Двигаемся дальше. Оранжевые. Очень неплохой песчаный домик. А под ним живут гастарбайтеры. А это у нас что такое?
Хо-хо-хо-хо. Очень цветастый домик. Знаете, это как будто бы домик волшебника, который пользуется только черной магией, который проливает кровь своих жертв на алтарь, чтобы получить больше манны и использовать ее во имя добра. И напоследок розовые. Посмотрите, какой клевый дом они сделали. Здесь и маленький прудик, и березки. Скорее всего, это аквариум, поскольку здесь есть рыбка. Гэри! Молодцы, молодцы. Тоже в курсе всех наших приколюх. Это так трогательно, друзья. Практически все ребята, которые участвуют в этом масштабном строительстве, являются очень олдскульными подписчиками, которые смотрят канал уже где-то лет 7. Будет очень трудно выбрать победителя. Да, начнем с подвала. Вот. Окей, да. Пойдемте. Что ж, этот подвал хранит очень много тайн. Пока все строили, занимались чем-то, я строил кухней. Офигенно. Я ее впилил, я ее долго монтировал. Вот это ты зря сделал. Что я сделал? Я ничего не делал. Ты нажал на кнопочку. Теперь нужно ее сломать и заново поставить. Нет, я не трогал. Я хочу принять ванну. Дед! Дед, свали из моей ванной! Офигеть, прикольно. Да, кто меня толкнул? Блин. Дед, это ты сделал? Почему ты лежишь на моей кровати? Да ё-моё. Это дерево символизирует сложность всех наций в мире, потому что оно состоит, как видишь, из всех видов листвы, которые мы нашли. Мы хотели внести с него глубокий смысл. Офигеть, как глубоко. А почему зефру коричневый? Вот другой люди всех наций. Я готов оценки ставить. Вот это за дизайн дома. Двор, вот это. И вот за интерьер. Есть! Здесь находится очень-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 
где-то далеко в горах. И рядом была записочка. «Верни сына к жизни». Я взял. Но я не вижу у себя в инвентаре этого. Оно исчезло. Ну, видимо, вы не тот избранный. Нет! Здесь находится самый веселый человек на планете. Он делает для всех викторины, интерактивное шоу. Что он только не делает. Это про деда? Кто тут? Да, ладно, заходи. Тихо. Почему мне здесь страшно? Здесь уставшие фермеры. Они целый день работали здесь. Здесь у нас находится вход в эту прекрасную ветряк. Думаю, можно прийти уже к интерьеру. Что вы чем-то заняты, ребят? Что вы делаете? Нет. Все хорошо, ладно. Все нормально. Оставим их здесь, на моей кровати. Есть совершенно непримечательный рычаг. Ни в коем случае его не нужно нажимать, никаких обстоятельств. Я не мог не нажать. А это что такое? Оно исчезло. Реликвию вы, к сожалению, уничтожили. Извините. Это наша вышка. С нее мы смотрим, когда приходят к нам новые путники. Опа, здесь книжка какая-то. К сожалению, эта книжка очень заколдована. Ее может прочитать только самый чародейский чародейник. Но это как раз-таки не я. Значит, тут написано. Кто прочитал, тот лопух. Лошара. Сочувствую. Прекрасный дом, ребят. Сейчас буду давать оценки. Интерьер дизайн. Вот. Наша команда доброжелателей, состоящая из 10 человек, с наилучшими пожеланиями. Что здесь делает дед? Представляет свое детище. Туалет ужаса. Вижу внизу еще дырки. Все функционирует. Спасибо, ребят, что показали ваш дом. Я принял решение. Я знаю, какие оценки я буду ставить. Тут мистер Пепси, который очень хотел присоединиться к игре, но не смог. Было бы забавно, если бы очень хотел участвовать, но не хотел. Привет, мистеру Пепси. Да, здравствуйте. Спасибо. Обзорная башня есть, чтобы ты смотрел на свои владения. Тут множество этажей. Тут можно лампово поразговаривать с отличным видом. Это суицидная башня. И, конечно же, сам дом теперь осталось посмотреть. Слишком много людей, ребят. Я не вижу ничего. Немножко жуткий такой налет в этом доме. А это тот чердак. Тут ты можешь подавать сигнал. Долбить. Тревоги. Здесь я буду сидеть и наводить тревогу. Отличный домик. Сейчас я буду выставлять оценки. Интерьер, дизайн дома, бэм. Дворик, бэм.
Офигеть, офигеть. Всегда в первую очередь показывают подвальчик. Так, тут, в принципе, в подвале есть все, что нужно для работы. Тут печки, можете все переплавлять. Очень большой респект за подвал, мне нравится. Тут все, очень много функциональных вещей. Здесь у вас находится чилл-зона. Внизу подвал для детей. Подвал для детей. Прекраснейшее оформление потолка. Когда ты будешь проходить здесь, тебе будут сыпаться сверху на уши лепесточки. Проходим вниз. Тут столовая. Пройдемте в ваши хоромы. Склад Юджина, собственно, написано, что здесь хранится. Ваша комната. Это что, Данте? Конечно. Он самый. Oh. Так, ну и можете, конечно же, посмотреть на постройку, как она выглядит ночью. То, как вы вшили утку в дизайн дома, максимальный респект вам, ребята. Что это было? Что это было? Я не знаю, это звук, это, видимо, утка, как Годзилла, просто прорычала на нас. Здесь еще вокруг дома и сад. Прекрасные кустарники, ягоды, малина, клюква. Стих для тебя, Юджин. В годы далекие, что уже не вернуть, был человек, знавший свой путь, искусство творя, людей веселил, и меня этим он зацепил. Добродушие, радость, все было при нем. Ему трудности были никогда ни почем. Всегда он был весел и людям дарил эмоций хороших, чудеснейший мир. А, ребят, я сейчас заплачу. Я всегда другом тебя, Женя, считал. Конечно, уверен, обо мне ты не знал. Но ты помогал в этом мире жестоком, когда не справлялся с его трудным потоком. Обычные видео скажет кто-то, но нет. Эти обычные видео давали мне свет. Когда было плохо, до слез и очей, с тобой все забывалось, становилось светлей. И в эту секунду, когда ты читаешь, радость мою, надеюсь, представишь. Спасибо тебе, навсегда мы твои, подписчики все в доску свои. Действительно, спасибо огромное. Ребят, я не знаю, это просто... это вы сейчас просто добить меня решили. Нам сейчас снимать дальше. Быстрее уходим отсюда. Это у меня что-то попало. Песчинка в глаз. Быстрее, быстрее. 7-5-5-5-5-5-5-5. Интерьер. Бам. Бам. И... бам. Мы хотим попросить вас как бы немножечко побыстрее все это организовать, потому что у нас дом на продаже, и у нас огромная очередь на его покупку. А, это хороший трюк, хороший трюк. Прирожденный риэлтор. Есть да. Санузел, он открывается. Отлично. Ого, я так. Я дернусь. Нет, я хочу, чтобы ты... Хорошо. Я во внимании. Дед, смотри на меня. Смотри мне в глаза прямо сейчас. На втором этаже у нас расположен еще один туалет, туалетная комната. Это прекрасный шкаф, если вы откроете его, вы очень удивитесь. Да что ты тут делаешь? Эта комната требует пояснений. Здесь у нас мини-плавильня, большое количество печек, как мы с вами договаривались. Вы нас просили в доме сделать канализацию, мы ее сделали. О-о-о-о, интерьер. Дизайн. Вор. Пам. Получается, вот мы и приплыли, путник. Дальше тебе все покажет Роран. Он стоит на пристани. Спасибо, что лодку подогнали. Приветствую, хозяин. Добро пожаловать на ваше имение. Если вы посмотрите назад, то увидите достойную постройку в виде чудесной статуи. За мной, хозяин, ваши смелые слуги ждут вас. Мы прибыли. Здравствуйте, сэр. Ох, какой топовый маячок. Итак, здесь есть подзорная труба, так что я могу ей пользоваться и наблюдать за другими людьми. Коттеджный поселок, который мы здесь сделали, великолепен. Так, бежим. 8 гребаных часов спустя. Я почти спустился. Секунду, оп. Теперь прошу вас в дом. Снаружи дом просто огромный выглядит. Так, проходим в дом. О-хо-хо-хо-хо, слушайте, она огромная внутри. Приветствую, путник. Давно у нас не было гостей. Здесь раньше читали книги, собирали, коллекционировали с разных торговцев, стран. Пройдемте со мной дальше на второй этаж. Такой вайб у этого дома пиратский, мне нравится. Свежий воздух постоянно приходит. Интерьер, бэнг! Дизайн, тыщ! Двор, бах! Есть!
Приветствуем тебя, избранный, в нашей небольшой уютной деревне. Пшеница, которую мы здесь выращиваем, не даст вам умереть с голоду. Как мне нравится эта беседочка. Для медитации и особо трудных времен здесь есть сад камней, где вы можете провести свое свободное время. Дом голубого тигра. Здравствуй. Здравствуй. Вот. Сзади, сзади. Я сзади. А, здравствуй. Сразу ты можешь наблюдать сердце первого этажа, твою адскую личную кузню. У нас есть трофейная голова. На втором этаже есть твое прекрасное ложе, на котором уже обосновались. Уже трое лежат. Это голубая луна, которая всегда за тобой следит. Евгений, ты будешь спать спокойно со мной, если ты понимаешь, о чем. Также тут кто там? Что происходит? Кто это? Кто там удивился чему-то? Дед. О, как прикольно. Он отличает электричество. Удобный склад наверху, чтобы поднять голову, чтобы не захламлять. Мало того, что у нас воровали очень много ресурсов. За секунд 30 до начала мы все вместе умерли со всеми ресурсами. А, вот как. Да, и мы очень сильно переживали, что мы что-то потеряли, и поэтому тут очень цветасто все, потому что какие-то блоки мы потеряли. Прекрасная работа, мне очень нравится. Вы все большие молодцы. Я готов ставить оценки. Интерьер. Бам. Дизайн дома. Очень много людей, ребят. Больше воздуха, больше воздуха. Дайте больше воздуха. Чуть больше, да, воздуха. Спасибо. Предметы не кидаем. Да хватит кидать предметы. Итак. Бам! Нас приветствует вместе с тобой Серафим, который охраняет данный почтовый ящик. Как говорил мой отец, если у тебя на голове птенец, значит должна быть и лопата. У тебя был мудрый отец. Как говорила моя мать, лопатой можно и вшатать. Что он здесь делает? Ты наказан, иди в подвал. Твоя прекрасная дед. Комната, в которой ты сможешь отдыхать, но в которой почему-то уже спит дед. Нет, кровати, в которой дед еще не поспал. Подвал для сына. Тихо, проходим. Слишком много пространства для него, но мне нравится. Здесь находится зона отдыха, где можно посидеть на прекрасных креслах у костра. Я хочу вам показать, что это лучшая картошка в подземелье и на земле, вообще везде. Ну и, конечно, моя гордость. Дорога! Дорога? Я подумал, что это кладбище сначала. Все дороги ведут в одну. Минутка пессимизма. Есть, обожаю. Итак, интерьер. Ставим. Дизайн дома. Двор. Бам! Есть! Пройдемте за нами. Какая чудесная книжная полка для обогащения знаний находится справа от вас. Дальше стоит невообразимый шкаф. Оп! О, шмот! Приветствую вас! Отличительной чертой нашего дома является также то, что каждая вещь здесь, она не только привлекательная и отдает уютом, она еще и практичная. Вот, например, посмотрите на этот фонтан. Он красив, не правда ли? Его можно использовать как душ. Сейчас воспользуюсь, давай, идем. Вы замечательно выглядите. Спасибо. Вы даже сначала, наверное, не поймете, что это. Но на самом деле это стул. Нифига себе. Ну, это тоже, в принципе, откидывается, но это не обязательно. Стул во все стороны. Вот вы видите тортик, и вы сразу бежите к нему. А тут такой вид на такие замечательные границы мира. Вот даже границы мира, так же описано. Поднимайтесь. О, какой яркий потолок. О, балкончик с видом на прекрасные границы мира, опять же. О, здесь есть нижний этаж. Опа, здесь огромный бассейн. Тут есть небольшое хранилище. Предлагаю тебе пойти в сад. Окей, вот, это, вот сюда, правильно вышел? Не-не-не-не. Нет, другой, это не сад. Это не сад. Иду вот сюда. Вот. Не-не-не-не, не туда, не туда. Ну вот, за мной иди. Добрый вечер, путник. О, приветствую тебя. Отличная погода, чтобы прогуляться в саду, не правда ли? Я согласен. Опа, огромное поле. Это что, машина, что ли? О, ничего себе, так это же машина, которую гнал Мак Высер. За интерьер я поставлю вам... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот этот блок. За дизайн дома. Этот же блок я поставлю и за двор. Здравствуйте, дорогие телезрители, также Юджин, да, мы сейчас будем оценивать... С кем это он говорит? Со мной, что ли? Уверены, что мы победим. Я вижу какую-то там отсылочку или что это такое, какой-то секретик. Я могу сюда зайти?
Боги все видят, а Юджин тем более. Здесь у нас пляжная зона. С музычкой, можете поставить пластиночку. Чувак загорает в тени. Тем не менее, он загорел. Что ж, мы теперь готовы посмотреть дом. Нас было 9 человек, но мы старались. Здесь ребята из других команд даже есть. Всем нравится дом. Здесь есть диван. Здесь, как вы и просили, туалет, канализация. Где? Здесь? Вот. Посмотрите. Ой, тут кто-то моется. Ну ладно, ничего страшного, мы вас не беспокоим, месье. Мойтесь, мойтесь, все в порядке. Огромный дом. Я сейчас посмотрел только что наверх и офигел, какой высокий потолок. Здесь вы можете поразмыслить, послушать Wi-Fi, помедитировать. Свечи ароматические. Запах хвои прекрасный. А что у нас наверху? Огромные просто площади. Этот дом, кажется, изнутри еще больше, чем снаружи. Здесь можно прям все команды позвать и устроить тусыч прямо сейчас. Идеальный дом, чтобы оставить его в победителях и всех сюда притащить, да, показать. И ваша почивальна, в которой какие-то мужчины находятся. Если что, мы не знаем, что это за мужчины. В целом, я готов выйти поставить оценку. Слушайте, и правда, изнутри дом кажется в 2 раза или в 3 больше, чем снаружи выглядит. Это мастерский дизайн, интерьер. Бэм! Дизайн тысяч! Двор! Ворота в сторону! Ставлю за двор. Бэм! Что ж, друзья, я посмотрел на ваши дома, эти прекрасные творения. Я не ожидал, что это будет настолько круто. То есть вы раза в 4 или в 5 превысили мои ожидания. К сожалению, у нас только один победитель. И очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много, точнее, вообще все мега превышающие люди. Я так понимаю, сейчас все смотрят на меня, и это вызывает по мне очень много тревоги, потому что я боюсь, что меня будут бить, как только я не назову чьё-то имя. Ребят, чтобы вы понимали, я строил дом в Майнкрафте больше 5 года. 8 выпусков кошмара. Непонимание, что и как делать. И тут пришли вы на помощь мне и сделали такие чудесные дома с таким великолепным дизайном. И просто осчастливили меня и всех. И я думаю, сами вы почувствовали немножко кайфа, как пока участвовали в этом конкурсе. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо, правда, за то, что позволили этой затее осуществиться. Итак, в принципе, без лишних слов. Я и так уже много болтаю, здесь стою. Я думаю, вы все хотите... Да когда уже там станет известно, кто же победитель? Мы начнем с... 3-го места. 3-е место у нас заняло аж 3 команды. И это... Красные! Хлопаем красным! Следующая команда, которая заняла 3-е место, это... Коричневые! Есть! Дух на дружку, ребята! Еще одна команда, занявшая 3-е место, это... Зеленые! Поздравляю, поздравляю! Мы объявляем 2-е место. И 2-е место занимают... Синие! Yeah! 5-я команда, молодцы. Прошу встать на пьедестал. О боже мой, самый волнительный момент. Я не буду спать сегодня спокойно, видимо, ночью. Если вы готовы, я готов объявить 1-е место. Давайте я уйду с пьедестала. Огромное всем спасибо, что участвовали. Огромное всем спасибо. Без вас этого всего бы не получилось. И я не знаю, что еще сказать, я просто объявлю тех, кто победил в данном конкурсе. Итак, 1-е место получают... Вы понимали, друзья, я ничего сейчас не слышу так, как мои наушники сели. И мне нужно их заменить. Секундочку. Вот, все, я вас слышу. Ребята, это просто невообразимо. У меня столько эмоций сейчас внутри. Я поздравляю всех. И поздравляю в первую очередь теперь победителей голубых. Они получают $1000. $1000 реальных из моего личного кармана. Ребята, все здесь, да? Все здесь? Офигеть.
Я поздравляю вас, друзья. Вы просто красавчики. Спасибо. Я не знаю, я буду, наверное, немногословен сейчас. Просто вы заслужили это на все 100%. У вас прекрасный дом, прекрасный дизайн. Было все отлично, все на высшем уровне. Я прям сразу, когда еще даже вы строили, я такой, так, в этом что-то есть, в этом что-то есть. Спасибо. Так что наслаждайтесь этим моментом. Приз ваш! Я плачу, о боже. Я знаю, это все потому, что они взяли книжку из моего храма про деда, я отвечаю именно поэтому. Друзья, огромное вам всем спасибо, и спасибо всем, кто участвовал в этом видосе, потому что я потрясающе провел время. Это был самый крутейший, самый душевный экспириенс за всю историю съемок, потому что, наконец-таки, здесь участвовали вы в доску свои. Я столько теплых эмоций получил от общения с вами. Огромное всем спасибо. Если вы хотите принять участие в будущих проектах подобного рода, то вступайте в мой Discord-канал, вступайте в мой ВК и в мой Telegram, потому что там будут анонсироваться подобные мероприятия. Жду вас всех там, друзья! Ну а с вами был Юджин, поставьте лайк этому видосу, подписывайтесь на канал и всем по традиции мощнейшая душевная петюля. Вы готовы? Раз, два, три и...